Надо было на лотосе ехать. На шмотусе надо было ехать. Я вообще с тобой не разговариваю. А что я тебе сделал? Ничего, все, ты когда не надо говоришь. Ну, конечно же, сейчас Андрюша свое слово вставит. Ну как же? Ну да, ну да, то есть ну, да, да, да. Нормально, а я сказал. Ну как же, да, сейчас. Андрей, ну ты просто по определению бесишь, все в порядке. Нормально. Ну вот пихаться-то нехорошо на бэхе-то. Кто пихал? Конь в пальте. Не обманывай. Ты мне место. Костик, ну вот сейчас-то ты что творишь-то? Вообще места не оставил. Теперь я посмеюсь. Петр, я чуть не понял, шутка дошла или что? Да какая шутка, ёпта, я в напряжении весь был, чуть не пукнул. О, ёпта, а чё у меня такой свет какой-то уродский? Чё это свет такой? Думал, сразу тебе... Специально подобрал тебе. Бандит. Девка за рулем. У меня, правда, ни одной настройки нету. Что мне делать-то? Надо было на лотосе ехать. На шмотусе надо было ехать. Я вообще с тобой не разговариваю. А что я тебе сделал? Ничего, все, ты когда не надо говоришь. Блин, у меня настроек нету. Вот поедем сейчас по чесноку. Так, что там, в Тайрес? Как по чесноку, если у меня... Посмотрим, кто есть кто, да? У тебя есть настройки, да? У кого-то плагин есть этот. Не знаю, все просто. Максима Туркина. От Максима Туркина. Дай бог ему здоровья. Так, а где тут у нас? Ну что, тут... что такое Максим Туркин? Ну что, чувачок, ты правильно вопрос задал. Что такое? Что такое? А что мне не выбрать? Слушай, у меня правда, можно... блин, я что-то даже... Ладно, ничего не буду крутить, поеду на стоки. Все, а то Андрюша говорит, и я, кстати, записываю, Андрюх. А то что? Ты скажешь, ну я сейчас записываю же. Что записываешь? Слушай, а ты для канала запишешь или просто... Я просто для себя записываю. Доказательства были. Доказательства. И, да, вот для доказательств. Я сейчас просто хреново соображаю уже. Поэтому... Так, сколько у нас фов поставить? Ну, поставим 42. Нет, так, ладно. Начались отмазы, соображаю плохо. Ну, я в GTA целый день играл. А, все, тогда вообще вопрос... Ну, я тебе говорю, да, да. Так. Погоди, а ты GTA-шку не проходил до этого? Не-а. Я как-то скачал эту пиратку и что-то как-то все. Первую даже миссию не мог пройти, думал, какая-то хрень вообще. Парни, резинку сразу насос ставь. Видео по умолчанию. Так. Сплиттер. Так, тормоза. АБС там, конечно. Квалификация в два круга. Ну, трасса, наверное, горячая. Такая же, как все. Может быть, софт тут и не самая лучшая идея. Везде по 30 градусов. У кого там микроволновка приготовила все? Во дворе сигнализация включилась. Это Виталий. А в чем у меня-то? Нет, это у потому меня, что любая, да, непонятная херня у Виталия. Да. В любой непонятной ситуации говори Виталий. Начинается? Что начинается? Он меня уже начинает выводить, чтобы я не заквалился даже, понимаешь?
А вот этот кто? Конь в пальто! Кони не умеют ездить на GT3. Кто-то сагрил Виталя. Ладно. Все идет по плану. Ну не все идет по плану. Ветер, походу, нажал там кнопку, которая звук отключает. Нет, нет, я все слушаю пока. И записываю. В конце прямика на сколько метров тормозить надо? Хороший вопрос. 120-130. Лучше, конечно, 140. А лучше, когда 5 звездочек. Да. Какой у него выхлоп? У Феррари. Кого? У Феррари. Урчит. Ну конечно, Андрюша возьмет Феррари. Как же без Феррари-то, Андрюша-то? Конечно. Че, а что такого, что, что Феррари? А он постоянно Феррари берет. И что? Она Феррари. У меня руль Феррари. Кто не взял. Поэтому Андрей взял. Чтобы, если что, короче, он она, любит, кстати, можно сказать. Была. Ну конечно, он на Феррари был. Конечно. Это нечестно. Надо запретить. Феррари, конечно, и балбес может победить. Ой, который не умеет ездить на GT3. Да. Его научили, потому что это Феррари. Феррари его сама научила. Энцо восстал из мертвых и научил ездить коня на Феррари. Сейчас Энцо там крутится, блин, со скоростью промышленного вентилятора, прям. Ауди. И чё? Ну Ауди, да. Чё? И чё? Ну Ауди, и чё? Просто факт. Мы же с тобой не в лифте едем. У нас легонько. Просто пахнешь. Да не волнуйся. Волнуйся. Нормально, боюсь. Все нормально. Хочу процитировать одного человека. Там с тобой общего знакомого. Бесишь. Так, прижим мне не хватит. Чё там? Ко мне? Трассе. Трассе. Прижим. Трасса не хочет прижиматься к Андрею. Значит, он прижмется к Игорю. Уже не прижмется. Ты себе шипы поставил, как на колеснице? Да, я шипы, короче, и масло. Все, понятно. Рок-н-ролл рейсинг? Это какой-то уже Кармагеддон почти. Кстати, в GTA в пятом есть миссия такая, когда надо похитить тачку Джеймса Бонда с киностудии. Да, да, да. Да. И там как раз таки в тачке есть там всякие шипы, там катапульта. Угу. Помню эту миссию, да. Прикольная, конечно, игруха. Да. Я играю, пока мне тоже, да, все нравится. Когда ты дойдешь до самой моей любимой миссии ограбления банка. Единственное, бесит стрельба, конечно. Конечно, она какая-то корявая. Особенно если от первого вида. Когда первый не стреляет.
Потому что GTA надо на геймпаде играть. Топливо на нуле, сожалею, в баке пусто. Да, обрадовал ты меня, топливо на нуле, сожалею, в баке пусто. Че, я не доеду, что ли? Видимо, нет. Походу нет. А кто на Бэшке едет? Серег, ты что ли? О, сука. Кончился бенз. У тебя же это запомни, Виталий. У тебя Nissan жрет больше гораздо, чем это. Да, а кстати, а сколько надо посмотреть, сколько он у меня жрет. 2,63. Не буду топлива. 2,63 он у меня жрет. Овертайм уже. Вот, Костя, сука, вот надо все было испортить. На сотку ты мне вот зафаршмачил, а? Блять, я нехороший какой. Ну да. И бензин у меня кончился, сука. И бензин я у тебя слил. Ну ты-то ладно, бензин не сливал. Я. Костя, сука, бензин, сука. Просто если б я доехал, конечно, я бы сейчас побил бы свое время. Ну ладно. Если бы бабушки... Ну, есть вопрос у тебя, Андрей, по квалификации? Давайте проанализируем квалификацию. Проанализируем. Да. Поехали. А кто на ламбе? Ну, кто? А, ну понятно, Серега. Так, я не вижу Феррари. Ну, конечно, Феррари за мной, ёпта. Ну. Как стартовать, вот в чем вопрос. А что такое? А что такое? А ну, как же не умею стартовать с этой порции. Ну ты включай скорость, также выжимай сцепление, все тут нормально стартуется. Не работает сцепление. Ну я только что знает это. На чем еще? ГТС, на чем мы ездили? GTS. Это передача, что ты включаешь, что когда у тебя зеленый загорится. Да. Не зеленый, а красный. Начинает огонечки. У тебя, блин, у тебя сцепление даже если работает, то ты, блин, ждешь, когда у тебя светофор потухнет. Вот, сейчас загорается, еще не загорелся, я включил первую, Костян, не это, не путай. У меня сейчас первая включена. Что-то со второй передачи в Audi фигня произошла. Ты со второй решил стартануть? Нет, я с первой стартанул, уперся в отсечку, нажал вторую, и она пум, забила. Nissan это бесспорно Виталий, да? Сам говорю, Виталий. Я не смотрел на какой-то машине. Виталий не сам и не сран. Просто спросил, какая машина у него. Не-не, все, Костик, пожалуйста, не путайте меня, дайте мне доехать. Бесишь. Парни, а чё затихли-то? Виталя молчит. Он там кнопку нажал. Нет, не нажал. Он сосредоточен. Это вообще, да, кстати, удивительно.
Вроде один концерн. Что происходит? Не едет. Да вы итальянские понторезы. На Ламборджини. Реально, даже вообще вот шансов не было в слепстрим войти. Просто ушел в точку и все. Почему у меня перегревается одно колесо? Какое? Оно хочет. Левое переднее. У меня такая же фигня. Хлам просто. Красный. Не, у меня красного нету. Я ДРС, хочу ДРС. С третьего круга. А, точно, точно. Забыл. Зачем ты подаешься, Виталий? Вот видишь, блядь, вот начинается, сука. Вот видишь, как он начинает, он дрочить начинает. Че, прям сейчас, что ли? А че, уже можно, что ли? Дрочить? 18 есть уже. В принципе, да, можно. 18 мне уже. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А типа, если нет 18, то нельзя, да? Да, конечно. Блин, так что... Если ослепнешь. Это... Еще нельзя, если это не сами. Ослепнешь, блядь. Волосы на ладошках вырастут, блядь. Помню. От меня Виталий отъехал из-за ваших шуток от меня. Видишь, я помогаю Виталию. Да. Вот. Конечно, тебе Андрей помогает, Виталий. Конечно, если вы едете и дрочите, отвлекают меня шутки. Подальше. Взрослый уже просто такими вещами не занимается. Кто, Виталий? Едешь первый, но синий. Костян, хорош ржать. Он не может остановиться. Они, видишь, все за тебя, они меня смешат. Танцы лягушат, крокодилы не смешат. Танцы лягушат? Да. Вот это стишки. Сауди. Не едет. Не едет вообще. Реально, я не знаю, что происходит. Вообще скорости нет. Это какая ультра? Ну да. Причем еду вроде так, ну понятно, вы меня быстрее едете, но просто прямик и все, и вы уходите. Вроде бы она тоже GT3. Да, ультра GT3, я знаю. Ну что-то она вот не едет. Игорь. Не, ну я-то, понятно, сам не еду, но реально, что-то какой-то косяк. Ну не так же сильно ты не едешь. Ну
ты видел, мы просто напрямик с тобой вышли из поворота и просто ушел в точку. Ну, да. Че это было? Что-то пошло не так. Что-то бел какой-то первый. Белорус, что ли, какой-то? Трактор белорус. Я не трус, я белорус. Фашисты, блять. Если белорус, значит фашист. Ну вот пихаться-то нехорошо на бэхе-то. Кто пихал? Конь в пальте. Не обманывай. Ты мне место... Блядь, Костик, ну вот часто ты что творишь-то, блядь? Вообще места не оставил. Абсолютно вообще места не оставил. Просто выпихнул меня на запоребрик, блядь, четырьмя колесами. Я еду вообще по траектории, ты там обгоняешь, ёпта. Блять, нихуя, если мы входим бок в бок, ты едешь по траектории, значит ты можешь мне место не оставлять. Такая вот. То есть ты можешь ехать по траектории всегда? Нет. Когда хочешь. Чтобы тебе место оставили, надо было заранее занять. А, сказать, надо да? Надо было очередь занимать. Шапку бы там положить. Ну конечно же сейчас Андрюша свое слово вставит. Ну как же? Ну да, ну да, то есть ну, да. Это нормально, а я сказал. Ну как же, да, сейчас. Андрей, ну ты просто по определению бесишь, поэтому все в порядке. Нормально. У тебя просто должность такая. Получатели по шапке. Вообще на нервы человеку действуешь. Целый день фалоимитатор точил из дерева, а ты. Снег, все нормально. Причем сразу фалоимитаторы. Прикинь, такие полясины. У бильярдного стола. Ha ha ha.
просто все против Виталия сегодня. Все. Кто вам, говорит, такой бильярдный стол хуёвый сделал? Я чуть не машину не потерял. Блять, я потерял. Хуёвый бильярдный стол. Шары не попадают. Вот это еще круче было. Какая бы проблем. Шары не попадают. Хуёвый бильярдный стол с шарами. Шары пропали. Сука, я мимо поворотов начал ехать. Блядь, я аж вспотел. Теперь я посмеюсь. Виталий, я чуть не понял, шутка дошла или что? Да какая шутка, ёпта, я в напряжении весь был, чуть не пукнул. Андрюша же меня вывел. Я, блин, всю гонку молчал. Ну ты молчал, а до этого ты наговорил уже в три короба. Ох, меня дисквалифицировали. А что-то ничего не случилось. Да, я там не снизил скорость, может. Так что, Андрюх, я записал, что я был на стоковом Ниссане. Без настроек. Ну, давай по времени сейчас посмотрим, что у тебя. Давай. Давай по времени посмотрим. Давай. Ну и чё? Ну и чё там? А, у него ещё тут лучший круг или чё? Ну-ка, чё да? А где ты, кстати, круг-то смотришь? Как его посмотреть лучше-то? На что он жмёт? А, не скажу. Скажу. Это не скажу, блядь. А, не, в натуре, Андрюх, entry list или timetable, или чё? Ага, ага. Ну вот я, Костя, я понял, где я сливаю. Вот этот третий сектор, сука, он меня на бэхе рвёт тут, конечно. Рвёт и мечет. Угу. Он меня рвёт на бэхе. Но всё равно нормально всё. Ну вы, конечно, сволочи. Конечно, вы меня специально выводили, чтобы я это... Да, они меня больше выводили, блядь. Ну да. Ну с тобой мы тоже знатно потолкались. Кстати, надо сейчас записать повтор, что у нас там с тобой косяки какие были. Да, и вот для доказательств я сейчас просто хреново соображаю уже. Поэтому так, сколько у нас фов поставить? Ну, поставим 42. Нет, так, ладно. Начались отмазы, соображаю плохо. Ну я в GTA целый день играл. А, все, тогда вообще вопрос. Ну я тебе говорю, да. Так,